Дорогие друзья, я вам сегодня хочу рассказать про небольшую часть большевика. Вот видите, здесь представлено алмаз. Вот я увеличил. Там у нас виола, там фрегат. И вот вдалеке между алмазом и виолой находится парус и у Петровича. Видите, это значит, находится оно, если от центральной улицы повернуть налево и пройти 100 метров. Видите, первая линия моря. Вот находятся эти базы. А вот там вдалеке, я вам показываю, видите, это находится специально отведенное место для людей, которые проезжают дикарями на своем автотранспорте. Там, видите, есть туалеты. Люди приезжают и возле моря на своих машинах могут отдыхать. Здесь у нас алмаз, там виола, парус, у Петровича, фрегат. Ну давайте ближе посмотрим, что там. Видите, турбаза «Алмаз» здесь написано. Здесь написана реклама. Вот сам находится здесь этот большой коттедж на 3 этажа. Видите? Давайте подойдем ближе и с улицы посмотрим, что он собой представляет. Видите, красиво, в принципе. Железный ворот, железное ограждение, отдыхающие люди. Видите, сам на базу отдыха. Дальше, когда вы проходите, здесь база у Петровича. Тоже, видите, сделан забор, ворота металлические, все под охраной. Видите, вдалеке. Ну, дальше мы посмотрим саму базу уже в середине, чуть дальше. Или же видео, которое я снимал радио ранее. Видите? Тут сделан домофон, электронные ключи. Вот. Здесь у нас виола. Это у нас, я вам показываю, виола. Тоже большая территория. Тоже ограждено. И вот вам уже море. С этой стороны, видите, парус. Это я зашел с самого поселка. Видите, вот вам уже море. Это первая линия. И тут на берегу тоже есть деревянные домики, которые, насколько я знаю, сдаются. Парус. И виола. Вон вдалеке, дальше, чуть-чуть за виолой, виднеется фрегат. Вот то, что я рассказал, вот здесь самых этих баз находится. Видите, фрегат. Это следующая турбаза. И здесь же сразу находится. Чем мне нравится отдыхать в этой части большевика, тем, что здесь находится большой пляж. Видите? Здесь самый хороший, чистенький, достаточно широкий пляж. Видите, какое здесь море. Здесь есть камни, где ловят креветок, мидии. Видите? Здесь у нас проходит Днепровский канал, ну, сухой, воды сейчас в нем нет. А это пляж. Как я уже вам рассказывал ранее, в моих предыдущих роликах, здесь с краю у нас
находится уже самого нормального пляжа. Это база, парус и у Петровича. Ну, чтобы попасть в Петровича, нужно пройти через парус. Это одна территория. Видите, вот здесь у нас загорожено.